Рыба-кит папа рисует. А это Аня. И мы рисуем сегодня... Что рисуем? Розу. Розу. Как вы просили. Да, кстати, как вы просили, так и будем рисовать. Бери фломастер. Ой, еще кто-то единорога хочет. Да, ну, может быть, еще и будем единорога рисовать, но как бы его труднее рисовать. Давайте сначала розу. Я думаю, Аня, надо рисовать розу с чего начинать? Вот с этого разреза вот так вот сделать, вот так вот такую, такой вот один лепесток нарисовать, такой вот парабола, что ли, так вот сюда и вот сюда доведи. Можешь быстро рисовать, как раз и вниз, и все. Смотри, нарисовала. Теперь, ну... Что так? Ну, у тебя такая роза будет, а у меня вот сюда вот так будет. Так, и вот так, раз, а теперь вот здесь вот сюда, раз, и с таким вот, видишь, изгибом в сторону больше, а потом меньше, опять такая волна получается, а здесь тоже вот так, видишь, вот так, раз, такой вот, сюда и волну, ну как, да, ну тогда мне кажется, еще тебе один нужно нарисовать, да, и вот так нарисовать, вот здесь такой, ну вот так нарисуем, так, раз, а здесь... Рисуем тогда еще лепестки. Вот здесь лепесток рисуем, здесь лепесток рисуем, здесь и здесь. Таких лепесточков побольше нарисовать. Ну, собственно, почти все. Да, такие вот. У тебя похоже, знаешь, на лотос даже больше, наверное. Рисуйте качели, качели, это, качели. Это самое легкое, наверное. И качели? Качели, да. Здесь вот такой листочек один рисуем. Зелень такой, да? Здесь второй нарисую. И здесь третий идет. У меня маленький получился. Ну, такие маленькие, где-то большие, где-то маленькие. Вот такая роза. А у меня слишком маленький получился. Ну, а ты сюда вот еще. Ну, у тебя такая роза сама поменьше немножко. Ну, вот такая роза получилась. Наверное, здесь можно еще листочков таких нарисовать. Будет тоже красиво. Раскрасим ее красным и зеленым. Почти все, что мы будем использовать сегодня, это красный и зеленый. О, а теперь вниз так раз. Ствол. Я возьму для начала, буду рисовать масляной пастелью. Светлым зеленым. А потом добавлю с темно-зеленого. У меня получится роза переходит. Разные оттенки будут иметь. А у меня аж 5 вот этих. О, много. Так. Красивый лепесточек, да? Да, красиво. Так, раз посерединке. Нарисуйте цыпленка. Может, и нарисуем цыпленка тоже. Цыпленок мне нравится. Идея хорошая с цыпленком. Хорошая идея. И красным берем и много-много раскрашиваем красным. Раскрашиваем красным много-много-много-много. Здесь, можно сказать, равномерно можно даже раскрасить. И вот так вот. Смотрите, как я быстро рисую, быстро раскрашиваю, быстро. Тебе еще какой? Зеленый сейчас нужен или красный? Ну, возьми вот этот вот. Получше будет красить. У нас есть большие, маленькие, мелкие. Пастель ломается часто, но можно рисовать и маленьким мелочком. Все получается нормально. А теперь смотрите, когда я все красным покрасил. Хомяка. Рыба-кит, нарисуй, пожалуйста, хомяка. Ну, хомяка... Я уже рисовал, кажется, хомяка. Ну, может быть, еще нарисую. Как ты любишь хомяков? У Кати, кстати, появилась черепаха. И когда она придет, у тебя есть дома черепахи? Да, у меня рыбка одна умерла. Как так? Она умерла после. Да? Ну, ничего. Да, жалко. Одна поменяла цвет. Была зеленая, стала красная? Нет, черная была. А стала какая-то оранжевая прям. Я не знал, что рыбы меняют цвет. Да, они меняют. Балди, Барби, нарисуйте плюшевого мишку. Плюшевый мишка. Ну, сейчас посмотрим, что Аня захочет нарисовать. Она сама выбирает, что рисовать прямо сейчас. Мы набрали несколько картинок, и если вам нравится... Эмма, какие-то... будем змею рисовать. Змею? Ну, ты сначала это раскрась. Раскрашивай. Я здесь по картинкам. А, она смотрит на то, что вы пишете, и смотрит, и хочет те... Змею нарисовать. Те картинки, которые вы прислали, она там смотрит. Ей змеюка понравилась.
зеленое. У нас есть зеленый хороший, так что мы можем нарисовать что-то зеленое. Раскрашиваю до конца, чтобы нарисовать змею, нам нужно нарисовать сначала розу. Зеленый. Приветик, Данил, приветик. Что еще нам пишут? Да, пока я не передаю никому привет. Пока Аня не передает, а я передаю, уже несколько передавал сегодня. Что я передаю приветы, просите меня приветы передавать. И лучше меня. Тоже. Сделайте сигну. А что такое сигна? Давайте мы спросим в интернете. Да, напишите, что такое сигна. Мы не знаем, что такое сигна. Сигна. Или хоть нарисуйте. Да, мы не знаем, что такое сигна. Мы как бы не одумывали. Это с вами и, можно с вами, в принципе. А, типа, может, подпись, типа, как сделать сингу? Гоша, Моша, это вот, наверное, такие, Влад Медведев. Может быть, так? А что это значит вообще такое, когда пишут? Раскрашиваю. Я смотрю картинки. Так, передайте привет. Анастасия. Привет, Анастасия. Екатерина тоже говорит привет, передайте. Катя тоже привет, люблю тебя. Да, не знаю, зачем такое делать. Ну, а что нам писать на это? Я понял, что сигна — это когда на белом листе что-то написали и показали. А что нам писать? Скажите. Напишите на листе ее имя на сигна. Ага, кого тогда-то? Анна Шкимпова. Она хочет, чтобы мы написали ее имя и показали ей же. Это такой прикол. А давайте лучше вы сделайте такое. Напишите рыба-кит, к примеру, и сделайте фотку и пришлите ее нам. Мы вас покажем по нашему каналу сейчас. Да. К примеру, так. Мне кажется, это интереснее, чем просто смотреть. И сердечко вам передадим. Сердечко передадим тоже. Да. Ну тогда делайте фотку с нашей как бы надписью «Рыба-кит», и мы показываем вас по нашему каналу в нашей группе ВКонтакте. Есть «Рыба-кит, папа рисует ВКонтакте», легко найти. И ссылка здесь внизу в описании, так что присылайте свои фотки. Кстати, Аня стала использовать мои приемы уже, а я ей ничего не объясняю, но она уже стала потихонечку использовать. Она раскрашивает зеленым на зеленом, уже плашмя немного рисует и что-то такое. Где вы берете такие яркие восковые мелки? Это не восковые мелки, это масляная пастель. Берем вот белый. Масляная пастель, которую мы купили в магазине, стоит она 200 рублей. И мы рисуем ей всего лишь навсего. Так что покупайте масляную пастель, она ярко всегда рисует и очень легко рисовать детям. Белым довольно трудно, давайте я помогу нарисовать белым. Они... очень трудно рисует белый, он как-то не очень сильно белый красит. О, вот я так и знал, что ты сломаешь его. Ну давай заканчивать с розой, а то мы затянули, кстати, с розой. Синга с розой и зеленый. Потому что вы написали синга, что это синга? Ну, мы не знали, правда, я не в курсе дела в интернете. Но у нас получились две розы, смотрите, что получилось, ребят, рисуйте с нами. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв и будем дальше еще что-то рисовать. Заставка. Сейчас чуть побольше.